Новый год для меня – праздник сюрпризов и подарков. Я больше люблю их дарить, чем получать. А подарки бывают разные – смешные, несерьезные, глупые и пустые. А встречаются подарки радужные и счастливые. И тогда ты сам, вручая их родным и близким, становишься радужным и счастливым. С душевным подарком ничто не сравнится. Дарите подарки любимым и близким.